Привет! Если вы ищете действительно надежный способ, как легко и быстро накрутить себе просмотры в YouTube, то досмотрите это видео до конца. Я покажу вам реально крутой инструмент, проверенный годами с уникальной фичей, о которой расскажу чуть позже. Да, мы знаем, что так-то весьма непросто в YouTube достичь успеха. А что же делать начинающим YouTube каналом? Давайте рассмотрим этот начинающий YouTube канал. У него пока что 83 подписчика. Какие-то видео набирают просмотры, какие-то не очень. Как же ускорить его развитие? А давайте выберем какое-нибудь видео, которое набрало мало просмотров, и прокачаем его. Ну, например, вот это. Так, у него меньше 100 просмотров. Что ж, самое время это дело исправить. Как это сделать? Итак, заходим на сайт fastfame.ru. Выбираем YouTube, просмотры. Угу. Тут есть разные тарифы для разных видео с разным временем просмотра от живых подписчиков, что, кстати, очень важно для YouTube, так что вы легко сможете выбрать себе нужный тариф. Я выбираю тариф стабильный, потому что у него пожизненная гарантия. Нажимаем «Выбрать тариф». Указываем количество просмотров. Я ввожу 1000 просмотров. Угу. Ссылку на ролик можно взять из YouTube, вот отсюда. Копируем. Вставляем ссылку. И нажимаем на кнопку «Перейти к оплате». Далее вводим адрес электронной почты. Вводите ваш настоящий адрес электронной почты, потому что заказ закрепится за вами. Я ввожу свой. Ставить. Далее выбираем карту России и нажимаем на кнопку «Оформить заказ». Нас перекидывает на сайт Тинькова, но оплатить, конечно же, можно картой любого банка. А еще можно оплатить вообще без ввода карты, что я сейчас и сделаю. Для этого нажимаем «Еще способы». Выбираем «СБП» и нажимаем на кнопку «Оплатить приложение». У меня открывается Сбербанк, у вас откроется, соответственно, ваш банк. Оплатить. Обратно к заказу. Ваши заказы, кстати, можно посмотреть, нажав на кнопку в правом верхнем углу. И мои заказы. Вот здесь. Кстати, YouTube за накрутку просмотров не блокирует. Но YouTube может списать их через некоторое время. И вот тут-то на помощь приходит уникальная фича FastFame, которая мне очень нравится. Это специальный алгоритм, который проверяет количество накрученных просмотров. И если их количество меньше, чем было заказано, то он их докручивает, тем самым обеспечивая вам гарантированные просмотры. Кстати, возвращает он просмотры даже в большем количестве, как правило. Это действительно настоящая гарантия. Ну что ж, прошло несколько часов, давайте проверим результат. Заходим в YouTube и видим 1200 просмотров. Так, смотрите, лайки, тут даже лайки уже есть. А подписчиков-то тоже стало больше. Отлично. Теперь вы знаете, как накрутить просмотры в YouTube. Если у вас остались какие-либо вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Все прочту, на все отвечу. Всем удачи, пока!